Подготовка к карнавальному сезону в Бразилии идет в самом разгаре. В Рио-де-Жанейро сотни местных жителей и туристов приняли участие в уличном шествии. Парад стал репетицией главного события года и очень порадовал публику. Мне очень нравятся карнавалы. Это действительно что-то очень бразильское. Вся атмосфера, энтузиазм, энергия, люди, которые танцуют. Карнавалы объединяют совершенно разных людей, и молодых, и взрослых, и детей, и людей из разных социальных слоев общества. Карнавал стартует в Бразилии 28 февраля и продлится 5 дней. На это время почти вся страна превращается в один большой самбодром. Повсюду можно будет увидеть танцующих людей. Карнавальные мероприятия привлекают туристов в Бразилию и неплохо пополняют бюджет страны.